Не стонать, не орать. Ааа, сука, блядь, слышь? Тварина маленькая. Чё может быть еще лучше, да? Взрослый мужик, байкер, пиздит детишек. Почему бы нет? Блядь! Хей-йоу! Всем привет, с вами Ганс, и мы с тобой продолжаем проходить Days Gone. Так, ну-ка, нам нужно найти бензинный насос. Ну, давай искать его. Давайте, валить отсюда, засранцы. О, странно, что они меня не атакуют? Они убегают. Пиздешат, а? А, это дети, что ли? Это дети. Небось, они, значит, это, сыкуны, да? А, палка. Берем. О, нормально. В ближнем бою R2. Че, давайте, ребят, подеремся? Так, совет. Шакалы. Шакалы по природе свои пугливы. Они прячутся в труднодоступных местах, например, на крышах домов. Несмотря на это, они могут напасть первыми, заметив вашу слабость или ощутив угрозу на своей территории. Я же сказал-то, что они трусята. Так, погнали. А, вот и не лезьте, и не будет вам проблем. А он сейчас, небось, на меня с крыши спрыгнет, да? А здесь все равно прохода нет. О! А вон тот уже посерьезнее, смотрю. Давай к нему со спины зайдем. Со спины. Так, а в кустах мне интересно, видно или не видно? И как вот это определить? А, вот как раз справа, да, вот этот глаз, он позволяет понять, видит нас или не видит. Кусты. В кустах можно укрыться от врагов. Перемещайтесь на корточках, чтобы вас не заметили. И бросьте камни, чтобы отвлечь внимание. Окей, не, ну камни там не нужны. Я сейчас его так отхерачу. Ага. Вот так, да? Ага. Что-то я там не успел прочитать про то, что нож может сломаться. Берем. Это пригодится. Пивная бутылка, керосин. Так, опять ментовская тачка. Блин, охренеть, вон там еще вдали ребята. Там кто-то на заборе висит, вон еще ребята идут. В общем, весело. Здесь нужен глаз да глаз. 100%. Бери. Пригодится. Так, вот это я вообще не заметил. Они падают еще в такой зеленой одежде. Ну-ка. А как мне понять, нож ломается или не ломается? Тихо. Так, вон там дом. Пошли в дом. А как залезть? Погоди, ящик тут можно смотреть? Можно, конечно же можно. Нормальный совет. Я запомнил. Так, тихо. Погнали здесь. Ну-ка. А как-то из-за угла посмотреть можно? О, бинтов максимум. Значит, надо захилиться. Да. А теперь взять. Красота. А то я бегаю 50% здоровья и бегаю. Здесь кто-то есть. Так, аккуратно. Тихо. Я не пойму, где они ходят, на улице или здесь? Давай биту возьмем. Я думаю, она получше, чем балка. Так, здесь у нас холодильник. Давай, смотри. Они, скорее всего, на улице, за стеной. Или кто-то в толчке моется. Да нет, не моется. Вот хрен поймешь, где они. Давай, вылезай. Тихо. Я там что-то подобрать мог, да? Вот на карте есть красное обозначение. Мергает оно. Соответственно, вот близко, вот не близко. Но не показывает, где именно враг. То есть это чисто на слух. Пойдем-ка я обратно через то же окно вылезу. Там, по крайней мере, как-то попонятнее ситуация. Я сейчас просто с этой же стороны дальше пойду.
Вот здесь я пройду. Да, пройду здесь, ага. Ладно. Просто их что-то здесь как-то многовато, не хочу с ними сталкиваться. Пускай они здесь дальше себе гуляют, кушают. Тихо, тихо, тихо. Только не вылезай. Вот нифига не видно. А вот так поможет? Ага. Там, значит, что-то можно еще подобрать. Порезче, порезче, порезче. Да, здесь можно что-то подобрать. Или нет, я не пойму, что это за треугольники такие. Давай-ка пока просто это место обойдем. Не будем рисковать. На, в голову. Вот это красиво. Окей. Тем более... Да, где же может быть еще насос, как не на заправке? Правильно? Правильно. Да, нормально. Еще нет. Надо как-то пробраться в гараж. Там должен быть бензонасос. Вон канистра какая-то. Что это такое? Сигел? Значит, где-то тут шастают. Это они о чем, интересно? Сейчас узнаем. Бери. Так, вот тачка. Скорее всего, в ней тогда и будет что-то, нет? Давай, давай, открывай. Дик, it's big. Давай, работай. Глушитель. Вы можете установить на оружие глушитель. Чтобы установить глушитель, выберите в меню выживания. Подходящее оружие, нажмите R1. Запомнил. Угу. Не, пускай будет. На всякий случай я, конечно, его возьму в руки. Так. Блин, а вряться-то куда идти-то? Не маленькая. Это здесь нужно все чисто осматривать. Все. Ну-ка. О, ну вот. А там вон пиздюк сидит в траве, я вижу. Ага. Ага, понятно. Но пока я стрелять здесь так не буду, потому что это опасно. И привлечет внимание. А вот... Не, давай поближе подойдем. Кто это? Это еще один ребенок, да? Ну-ка, стой. На меткость проверим себя. Так я и думал. Хорош. Мы метки. Так, максимум. Угу. Это как раз про глушитель, скорее всего, сказано. Максимум глушителей. Кто бы мог подумать? Ай, сука, блядь, слышь? Тварина маленькая. Уху, это девочка. А, это ж ребенок. Вот и думаю, это человек или... Фрик. Скорее всего, фрик, раз он его убил. Тварина, блин, маленькая. Ага. Этот я понял. Но нам-то сейчас нужно не перелезать. Класс на крыше? Ну, скорее всего, возможно, вот здесь как-то подняться можно, нет? Вот так вот вверх. И здесь вверх. Во, и все. Кто кричит? Опять шакалы. А, вот они. Ага, вот так. Оп, слышь ты, пиздюк, блин. Тварина маленькая. Нас дубина в голову. Сука лысая. Все, она. Отдыхаем. Сучата. Так, ну-ка, тихо. Кто-то еще где-то есть. Кого-то уже, я смотрю, здесь поели, да? Ну да. Кто где? Или они внутри, скорее всего? Ну-ка, давай не будем рисковать, а сделаем вот так. Оп. А сделать аптечку почему-то я не могу, наверное, ресурсов не хватает. Так, аккуратно. Вроде там нет никого. Ну, пока что. Полюбас сейчас кто-нибудь найдется. Привет, сычок. Иди сюда, лысый. Ха! Тварь, блин. Че может быть еще лучше, да? Взрослый мужик, байкер. Пиздит детишек. Почему бы нет? Так, бери.
Что-то полезное. Лом. Ну, лом это, скорее всего, как хлам. То есть, там, допустим, для починки чего-либо. По крайней мере, ничего у нас не ломается. Ну, по крайней мере, кроме нашего мотика. Так. Аккуратно. Повнимательнее. Ничего не пропускай. Сейчас кто-нибудь вылезет, да? Не, смотри, никто не вылез. Ясно. Если что, под стол прячемся, понял? Так, что за записка? Ищу потрясного мужчину? И что это значит? Должен же быть тут бензонасос. В машине, скорее всего, вот здесь вот, не? Стоп, я мотик вижу. В мотике, по любасу. Сейчас все возьмем. Сейчас еще что-то здесь сбоку было. Просто если сейчас я пойду к мотику, скорее всего, какой-нибудь скрипт сработает. Поэтому пока здесь что-нибудь другое посмотрим. И осмотримся. Так, бинт. Ага, окей. Тоже бери. Все пригодится. Оп. Уже все собрали на максимум. Ха-ха, окей. Какой я, получается, внимательный, да? Все собрался, что можно было. Все. А вот и наш насос. Бухарь, слышишь? Погнали домой. Выезжаю к шоссе. Ты хотел сказать, выхожу? Это кто? Он теремотик разбил? Дебил, что ли? Упокоитель. А, ё-моё. Бухарь, теперь его еще спасай. Черт. Ну что, дружище? 75 метров, да? Держись, я сейчас буду. Может, в машину держись, как-то я сесть, сейчас нет? Буду. Твою мать! Упокоители. Укротители, ё-моё. Бухарь, где ты, брат? О, нормально. Придавили, тебе как удобно. Ладно, все, погнали вверх. Задание я там. Что-то можно было подобрать. Это кто? Зэки какие-то. Ух ты ж, пипец, дебилы. Ты должен покориться, байкер. Ведь ты заблудший, но мы поможем. Мы поможем. У них на лбу рип, что ли, написано? Покорись. Сектанты какие-то. Блин, жесть просто. Это шатски больно, ну да прикинь, тебя заживую жарит. Чтобы занять укрытие, присядьте рядом с ним. Чтобы присесть или встать, нажмите кружок. Упокоители, сволочи. Так, смените руки. Чтобы сменить ракурс во время прицеливания, L2, нажмите X. Окей. А чё это отдыхает? Отвалите от него, ублюдки! На тебя в яйло. Сука, иди что сюда. Вот тут падла. На тебя в руку. На тебя в пузо. В сердце. Хорош. Удобно стрелять. Они ему всю руку спалили. Офигеть. Всю руку. О-о-о-о! Мужики, пора валить. Ребят, мы вам здесь поесть оставили пару трупов, а мы погнали. Так, рука, не смотри. Охренеть, бухарь, не смотри. Не смотри, говорю. Садись уже! Поехали, поехали. Мы вам там еду оставили, ешьте. Здесь, а я пойду осмотрюсь на всякий. Ну вот еще. Я на боковую. Вообще-то ему по-хорошему руку обработать. Че? Я тут окрасть еще. Я думал, будет игра. А нет, заставка продолжается. Койка, я по тебе скучал. Вот он как.
Блин, жесть. Я пойду за байком и найду, чем тебя подлечить. Справишься? Да. Круто. Ага. Загляну на блокпост Неро. Там должны быть стерильные бинты и болеутоляющие. Не оставляй там мой байк. Вот и я чё. Не-не-не, я пешком туда метнусь, пока не стемнело. Руку надо обработать, полюбасу. У меня там патроны есть. Они в ящике у двери. Спасибо. Эй, ружье оставь. А бухарь? Ну ладно. Ему он будет нужнее. Спасибо. Я без него просто как голый. Вот было бы круто, если бы сейчас бы не было бы подгрузки. Так, оружие... Ага, вы можете в любое время получить доступ ко всем видам купленного оружия. Найденным, блин, там нифига не видно. Оружие можно пользоваться, но его нельзя поместить в оружейный шкаф. Окей. Круто, значит, у нас еще будет и магазин. Так вот, говорю, было бы классно, если бы сейчас бы не было вот этого экрана маленькой подгрузки. До этого была загрузка, если честно, здесь загрузки офигеть какие большие. Вот серьезно, вот не соврать, минуту, наверное. Так, ну-ка, что еще здесь есть вкусного? Нету? Ну-ка, смотрись. Ну, рука, конечно, у него пипец, честное слово. Мне прям его пипец как жалко. Пипец и пипец, все, валим. Так. Покидание района задания? Так. Совет по выживанию, ты можешь провалишь отсюда, нет? Или он просто до тех пор будет висеть, пока я туда не зайду? Окей, понятно. Основное. А вот нет основного. Пистолет. Но это сейчас у нас он и есть. Лучше, чем ничего. Но не намного. Чтобы кого-то убить, нужно целиться в голову. Или потратить очень много патронов. Я заметил. Угу, спасибо. Так, он у нас и стоит. Особое. Так, арбалет оптимален для бесшумных ликвидаций противников, не подозревающих о вашем присутствии. Дополнительные типы болтов, которые вы можете научиться делать, добавят ему универсальности. Перезарядка требует времени. Состояние среднее. А вот тут получше. Это доработанный вариант стандартного арбалета. Так он получше. Берем. Выбрать. Все. Так, здесь все пусто. Так, все? Теперь можно идти дальше? Теперь можно идти дальше. Так, у нас в полкилометра есть какая-то цель. Скорее всего, это как раз тот пост, про который он же и говорил. Черт, бухарь. Рука сама не заживет. Да это жесть. Что ж делать-то? Лечить. Можно найти медикаменты. Больше ты здесь ничего не сделаешь. Его нужно залутать, типа, поскорее на самом деле. Та же самая бита, ладно, пофигу. Здесь все по максималкам. Ладно, надо выдвигаться. Так, с этой стороны не выйти, скорее всего, через эту сторону, что ли, идти? Ну да. Постарайтесь проскочить за ворота убежища как можно быстрее, чтобы противники чего-то там не успели, типа, скорее всего, войти. Я не поеду. Надо добраться до нашего байка, да? Создание болтов. Вы можете самостоятельно создавать новые арбалетные болты. Древко, древко изготавливается из побегов кедра, а наконечник из лома. Чтобы соединить эти два материала, откройте меню выживания и перейдите в категорию арбалет. А это как добраться сделать? Добраться до моего, пока не стемнело. Особое оружие. Болт. Ну да, это оно и есть, походу. Но мне кажется, им пока пользоваться нельзя, он заблокирован. Это кто? Бухарь, ты не спишь? Не сплю. Чего там? Тут кто-то шныряет вокруг берлоги. Сейчас узнаем. Кто шныряет? За ним, может, проследить надо? Я прослежу за ним. Может, вот, он не один. Отбой. Да я уже жду. Кто это? Мужик какой-то. Давай следить дальше. Он, скорее всего, сейчас как раз в тот пост и будет направляться. А вон там еще, ребята. Угу, это какой-то пост. Опять небось сектанты. Хотя нет, те были почти голые. Эти вроде бы в одежде.
А можно как-то их обойти? Угу. Но здесь-то я никак не подкрадусь, их оба. Они оба стоят сюда, развернувшись лицом почти. Уже темнеет. Быстро, кстати. А там кто-то рычит. Опа. Кто здесь? Он один? Один или нет? Блин, он один. Тогда мы его трогать не будем. Я думал, просто если их будет человек хотя бы 10, точнее фрикеров, можно было бы их на них же направить. Бесшумность и метки. Посмотрите в бинокль с помощью ага и нажмите R2, чтобы отметить противника. Отметив противника, вы сможете следить за его перемещением. Кроме того, если противник человек, метка позволит вам узнать его степень встревоженности. О, вот это полезно, ну-ка. Вот раньше не могли об этом сказать? Окей, раз. А вот это уже немножко Uncharted напоминает. Давай чуть повыше поднимемся. А вот интересно, ночью фрикеров больше или меньше? По любасу как-то это в игре, ну, меняется. Так, сколько у вас еще? Все, нет? Нашел что-нибудь? Давай как подслушаем чуть-чуть. Те намады на байке, которых мы видели. Ага. Недалеко отсюда логово. Да ну. Говнюка. Хорошо, обустроились. Какая-то типа караульная вышка, забор, все дела. Приходи и бери. Ну чё, неплохо. Не получится. Как стемнеет, нагрянем туда. Уже стемнело. Козлов, и можно праздновать новоселье. Шустрый ты, у них небось пушки. Да ну, один там еле живой. Мы их уделаем. Кто еще кого уделает? Вот-вот, и я о чем. Окей, значит, если они стоят вдвоем рядом, есть вариант их подслушать, и они тогда разойдутся. Вот это хорошо. Тихо. Аккуратненько. Сюда идет? Нижний. Или нет? Да, нет. Ты определись, блин, фонарем там своим шатает влево-вправо. Блин, фига. У меня под ногами что-то щелкнуло. И он быстрее повернулся, чем я ожидал. Кто это был? Тихо. Фига он глазастый. То есть ты понял, что сейчас было? Пойдем чуть-чуть подальше обойдем. Можно было там, конечно, срезать, обойти, но я не хочу, потому что он голову повернул, а тела нет, он меня заметил. Тихо, берем. Конечно. Это они и есть. Аккуратно. Не стонать, не орать. Что-то как-то правая. Отметка быстро перемещается. Там еще один. Выключайся, отдыхай. Опа. Подберем, нет? Пушечку-то. Тихо. Давай возьмем. Бери. Это я заберу. Быстрая смена оружия. Чтобы быстро достать основное оружие, нажмите треугольник. Чтобы быстро достать особое оружие, удерживайте треугольник. Окей. Бери пока. Че на меня пялишься, слышишь? Это девчонка, нет? Да, это девчонка, фига, она меня чуть не запалила. Пока я с управлением играюсь. Так, там фрикеры. Я их слышу. Скрипят как младенцы, ё-моё. Так, аккуратненько. Пойдем здесь, посмотрим, что есть. Бери. Красавчик. И отбери. Красавелла. Так, сейчас здесь нужно как раз вот этих ребят устранить потихонечку.
Сейчас все сделаем. Спокойно, тихо, с Толстого, чтобы не тратить боезапасы. А, кстати, на самом деле я бы достал бы на всякий случай пистолет с глушителем, потому что можно их устранить точно так же по-тихой. Тихо. Проверим, давайте, кусты. Будет ли меня в кустах видно. Сейчас то, что как раз тот лопух сюда пойдет. Я более чем в этом уверен. Немножко подкараулим его. Может, чуть-чуть, конечно, я подальше отойду, потому что у него этот фонарик светит. Давай, давай, вали отсюда. Блин, а оттуда та девчонка выходит. Ну, чтобы вот этого незаметно завалить. Незаметно. Так, а та уходит как раз вдаль, можно было ее там завалить. Сейчас вот этого здесь завалим. Надеюсь, он не заметит труп, нет? Да не, не должен. Что это за шум? Какой шум? Успокойся, чудик. Ха-ха, паника, да? Паника, паника. Тихо, друг. Во. Отдыхаем. Это я возьму. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Мы аккуратны, незаметны. Мы тень в тени. Остальные ребята не должны нас замечать. Да, одна тёлка, один мужик остался. Сучка. Надо поближе стрелять. О, нифига себе, чувак, ты даешь. На тебе дубины в горло. Ну, по стелсу до конца не получилось. Я думал, я ее с одного выстрела убью. Нифига, получается, пуля чуть-чуть в кость пошла, и мы ее не убили. Значит, выследили нас. Уроды. Да. Не суйтесь к нам на гору О'Лири. Правильно говоришь. Бухарь, наша зона. Я нашел их лагерь. Просто какие-то уроды хотели прибрать к рукам нашу берлогу. Ну, одно к одному. Все-таки пора перебираться на север. Сначала руку твою подлечим, а потом уже будем об этом думать. В общем, получается, вот эти треугольники — это те места, которые можно подлутать. Да. Это те самые места. Ну да, так и есть. Так, нет, стоп. Аптечка. Использовать. Не, зачем? Вот так сделаем. Удобное, кстати, кольцо на самом деле. Инвентаря. Но то, что сейчас здесь ночь, мне как бы не особо не нравится. Что вон фрикер один ползает. Пойдем, наверное, тогда по свету. Блин, а здесь их еще больше. Фрики. Так, ага. В одиночку они не опасны. Типа того. Ну, точнее опасны, но менее опасны. Здесь их 4 штуки, блин, офигеть. 4 штуки. Так, а он по деревьям ползать умеет? Нет, как ассасин, например. Ну-ка, давай проверим. Не, не умеет. Давайте тогда бежим. Я не думаю, что они меня там увидят. Здесь темно. Ну-ка, стартани. Так, это балочка. Открой, пожалуйста. Давай, 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 давай. Понятно. Так, а теперь чуть-чуть побыстрее отправимся, потому что времени тратить на это много особо не будем. Просто надо поаккуратнее. Что-то может влиять на состояние кого? Блин, подсказки тоже так появляются быстро. Точнее, исчезают быстро, ты их прочитать не успеваешь.
Ага. Так, эти двое. Проклятый дождь. Если не фрики, так обязательно дождь. Вот-вот. Почему с неба все время льет? Заслужил. Все, смирись. Ничего страшного. Зато помылся. Где я вообще? По идее, уже недалеко. Да рядом, рядом. Я веду тебя самым кратчайшим путем, понимаешь? Самым безопасным путем. Фрикеров мы всех обошли. Так, не-не-не, давай поверху. Рисковать не будем. Нафиг. У нас патронов не так много. Наверное, надо было все-таки по низу идти. Он же здесь не залезет, наверное, да? Да, сычок. О, рассвет. Или это луна? Нет, показалось. Освещает Сируна. Ясно. Тихо-тихо-тихо. Только не скатывайся, пожалуйста. Стоп, а там... Да, там река. А там пейзаж был покрасивее. Там можно было бы хотя бы насладиться пейзажем. Надо добраться до байка. Я уже близко. Рядом, рядом, рядом. Прям где-то здесь, слушай. Чепушила. Так, блин, их здесь трое. Вот такой момент. Вот если я сейчас, они меня услышат, то побегут ли все те, кто были до этого за мной? Быстрее, быстрее. Бежать, бежать. Суки, заметили, прикинь. А я от них, интересно, убежать смогу, нет? Ну что, дружище, где ты спрятался? Кто, байк? Здесь. Мы оставили его здесь. На дороге он был, на дороге. Фу, нормально. Байк исчез. А кто его спереть-то мог? Он под кустами был. Блять! Ха! Копланд, мне... твою мать! Озвучка мне нравится. Эй! Ты из лагеря Копланда! Где ли мой байк? Мне это нравится, 100%. Подожди! Черт! Давай, гони, 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 гони. А что тогда бежишь-то, слышишь? Не буду я тебя убивать! Не беги ты, придурок! Я ничего не знаю. Хохланд? Эй! Сыр Хохланд? Мне просто нужен мой байк. Блин, мне... Там зомбяк. Ну, говнюк, нет, все-таки знаешь, я буду убивать. А сейчас на меня побежит, да? Ты забрал байк? Нет. Люди догони, догони, добрались догони, до него догони. Первыми. Я пошел в его лагерь. Конец связи. Падла. Вот если сейчас, интересно, его догоню. Мне вот интересно, почему его фрикер не трогают? Он прям такой беспалевный, пробежал, ничего, нормально. Мне интересно, за ним надо бежать или не надо бежать? Бежать. Сука. Это падла. Хотел в пятку попасть. О, а вот их лагерь. Ну хотя бы выследили. Да я думаю, не, мы просто проследили и мы выяснили то, что они здесь находятся. Другого пути быть не может. Ну сейчас будем смотреть, что здесь и как делать. А с другой стороны, пройти как-то могу через верх, да? Нет? Давай посмотрим. Иначе это как-то уж слишком, я не знаю, линейно что. Да не, там вон вообще скала. Или мне надо просто к ним подойти и поздороваться? Они меня тогда, небось, расстреляют, не? Мужики! Салют! Салют, мужики! Сэн-Джон, это ты? Какой-то козел украл мой байк! Про это я ничего не знаю. Поговори с Мэйни. Я думал, противники. Хорошо. К нему-то я и пойду. Оказывается, все нормально. Намады на горе. Трофеи. О, торговец. Кстати, инвентарь... Ой, инвентарь. Интерфейс. Привет. Прикольно сделали. Давненько тебя не видел. Ну, или просто не заметил. Все пашу, а меня за это кормят. Да, лагерная жизнь. Лагерная жизнь.
Слыхал о такой книжке «Дзен и искусство ухода за мотоциклом»? Не, как-то никогда времени особо не было на книги. Ага. А я тогда в своей мастерской всех механиков прочесть заставил. Механик должен обрести равновесие духа. Вот поработай голодным, мигом дзен обретет. Я тут ищу байк. Да? О, не-не-не, этот не бери. Почему? Ну, его только привезли. Какой-то урод сиволапый его бросил. Он весь ржавый. А уж как его ушатали, голову бы за такое оторвал. Да неужели? Ну да, это уже дрова. Друг, это мой байк. Мы его только что разобрали. В нем даже бензонасоса не было, а пригодился. О, даже бензонасоса? Типа такого? Понял. Типа такого, Мэнни. Я понял, понял. Собирай обратно. Когда я сказал урод, я имел в виду того урода, который его пригнал. Знаешь, мод хреново привязали. Короче, он всю дорогу болтался в кузове, прям Дик, как... на пару слов. Вижу, вам тут досталось. Ночью был тяжелый бой. Опять упокоители. Уже второй раз сюда заявляются. Говорят, ищут тебя и кухонь. А погромче можно? Люди водищи много чего говорят. Спасибо. Кухня, можно будет и поесть. Нормально. Люди тут друг другу помогают. Но если начнется голод, ну, сам понимаешь. Мне это немного напоминает Red Dead Redemption 2. Форель пока есть. То, что лагерь. Озеро держится за счет талых вод. Рыбу сюда больше не запускают. Однажды она кончится. Как и все остальное. Но само собой, конечно. Если только брать и не отдавать, то, конечно, закончится. Мы с отцом здесь охотились на оленя. Строили засидку. Я по твоей харе уже заметил. И отстреливали. И мы раз столько мяса набиралось, что съесть не успевали. С твоей щеки? Я слыхал, приманивать оленей было запрещено законом. А отец признавал только один закон. Конституцию США. Видел бы он нас теперь. Америка. Страна свободы. У них лагерь-то не маленький. Да, это точно. Я думал, это лагерь тех придурков, которых я сейчас завалил. Хотя, может быть, это они и были. Но не знаю. Необязательный диалог, кстати, можно пропустить, нажав на сенсорный экран. Но я не буду, потому что это погружает в атмосферу да? игры. Он не вез кое-что. Неужели? Нам тут очень нужны лекарства. А, дашь на дашь. Такер сказала, что он просто сбежал. Короче, найдешь его тайник, неси все мне. Мне, Дик. И тогда, ну, проси, что пожелаешь. Мой байк, который твои люди украли и разобрали. Его просто нашли на дороге. Ладно. Ладно, я это учту. Классный кипарик. Чего? Вот этот. Слышь ты, никогда не... Погоди. У Леона был такой же. Ком, богом клянусь, я... Заткнись. Хочешь торговать в моем лагере? Будь добр на меня поработать. Коп. О, черт. Ладно. Раз уж я здесь, что тебе надо? Вот так-то лучше. Какие-то козлы нападают на моих добытчиков. Засели на радиовышке к западу от Алирии. Это же в твоих краях? Вообще-то нет, но я разберусь. Не сомневаюсь. Вот и завели знакомство. И, кстати, я только недавно говорил о том, то, что, да, в первой серии-то. То, что, не дай бог, нас будут разлучать с мотоциклом. Ну так вот, разлучили. Угу. Теперь вот бегай на вот этого с лицом со шрамом. Ну что, на этом будем заканчивать. Ссылочка на плейлист и паблик ВКонтакте, как всегда, в описании. Подписывайся, не забудь поставить сочный лайк. А также рассказывай своим друзьям и жмяка на колокольчик, будет знать о выходе новых серий самым первым. Спасибо за просмотр, до скорых встреч. Пока-пока. We'll be right back.